Ну а сегодня Совбез по инициативе России обсудит поставки оружия в Сирию с территории Турции. Заседание пройдет в закрытом режиме. Москва встревожена тем, что под видом гуманитарной помощи террористы завозят в Арабскую республику вооружение. Кроме того, через Турцию продолжают прибывать иностранные наемники. Россия предлагает ужесточить пограничный досмотр и проверять все грузы, идущие на территорию Сирии.